Сегодня вот такой вот небольшой обзор про садовые груши. Вот такие у нас деревья старые, большие. Утро, 8 часов утра, пришли на работу. Вот такие у нас лестницы. 9 этих ножек, 9 ступенек, приблизительно где-то 3 метра, 3,5 метра. Деревья приблизительно по 4 метра. Здесь работают два человека на лестницах и один лезет на дерево. Получается, два слева-справа на лестнице идут и один убирает сверху. Сверху пилит, а боковые лестницы убирают боковые ветки. Вот такие вот, как выглядит, вот такие деревья. Вчера был очень сильный ветер, лестницы попадали. Бывают некоторые лестницы очень старые, после дождей они намокают, гниют. Были случаи, что люди падают, там, не знаю, очень страшные были истории. Руки ломают, ноги ломают, голову, шею ломают. Ребра были, один на ребро упал и два ребра сломал себе. А как вы думаете, вот если с такой лестницы упасть, ноги ставим вот сюда, вот как вы видите, на 8-ю ступеньку. Это приблизительно где-то 2,5 метра. Если человек упадет, что первый поломает? Пишем в комментарии. В первую очередь он ноги поломает, или руки, или ребра, или шею. Пишите сами. Посмотрим, кто скажет правду. Вот такой вот у нас сад. Поливают здесь капельной системой. Были раньше вот такие вот уи. Пускали туда раньше воду, их уже постарели, рассыпались они уже, все старые, уже воду уже оттуда не качают, не гоняют. У всех уже есть своя скважина, уже стелят каплю между деревьями и уже поливают капли, удобряют, травят. Вот такие застравшие деревья, большие. Мы их еще обрезали по 2-3 метра, они были еще выше. Нету смысла выращивать, где не будет совершаться сбор. Там, где будет собираться, там будет все это стряхиваться. Не достают. Люди некоторые стряхивают по тонну груши в землю, очень большие. Вот это получается 3 метра, достаточно хватает на лестнице. На вытянутую руку можно доставать грушу уже везде. В этом году груша очень хорошая, очень красивые глаза. Сейчас посмотрим на его глаза, кто разбирается. Вот смотрите, видите, какие красивые. Тут приблизительно будет по 3-4 груши. Вот, глаза очень красивые здесь. Плод будет очень хороший. Хозяин смотрит очень хорошо сады. Вовремя воду травить, обрезка. В какое время года вы обрезаете деревья? Как правильно обрезать? В какое время? Осенью, летом или зимой? Вот такая прошлая поливная система у нас осталась. Ее уже забросили. Тут осталась некоторая вода. Здесь может быть какие-то эти, как их называют, могут быть пиявки и другие виды животных. Вот такая заброшка уже осталась. Ее можно восстановить, но люди не хотят. Между собой, как собаки. Ни одному, так ни другому. Сажают очень близко деревья. Зачем сажать так близко деревья между собой? Тут не попрыскаешь и не соберешь. И заросли получаются летом. Смотрите, какая вдоль получается. Как лабиринт какой-то, аллея. Вот такие вот деревья.